«Язык и дружба едины». Конференцию под таким названием провели в областном департаменте внутренних дел. Но сначала участники встречи обсудили актуальную для казахстанцев тему – переход казахского на латинскую графику. С докладами выступили представители Управления по развитию языков и Ассамблеи народа Казахстана. Они говорили о своевременности принятия президентом такого решения. По их мнению, реформа положительно скажется на развитии всей страны. Кроме того, раскроет весь потенциал госязыка. После представителей разных этносов, а в органах внутренних дел работают свыше 20 представителей некоренных национальностей, рассказали о себе и показали творческое мастерство. Гариф Хамзаев – азербайджанец, окончил казахскую школу, он знает 4 языка. В Казахстане родился, вырос, потом я себе такой настрой и цель, чтобы казахский язык учить, чтобы выше уровень его учил. На казахском особенно книги читаю. И у меня друзей много, которые общаюсь с ними на казахском языке.